уходи из моей комнаты. Ну и пожалуйста. Привет! Меня зовут Ниса. Я живу здесь. Непонятно? Ну, конечно, не под твоей кроватью. А чуть пониже. Вход ко мне. Вон в том углу. Пойдем покажу. Можешь спуститься вниз на минутку? Какой-то ты глуповатый. Что тут непонятного? А, ты, наверное, не понимаешь, как туда пролезть. Но это проще простого. Снурре, 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 бип! Пошли ко мне вниз. Мне нужна твоя помощь. Давай скорей! Осторожно! Перила здесь сломаны! Ну вот, дверь захлопнулась. Я не могу ее сам открыть. Я дерну, а ты поверни ключ. Ой. Ну вот, не такой уж ты и бестолковый. Молодец. Заходи, это моя комната. Здесь не очень-то уютно. Это моя хозяйка, не пугайся. Это еще кто? Мой друг. Ты обещал, что будешь один. Не волнуйтесь, тетушка крыса. Он живет в большом мире. Да это же Бертель. Он и его сестра Берта. Дети хозяев этого дома. Ну и что? Ниса, что ты наделал? Он увеличится, когда захочет. Ты забыл правила. Он должен сам произнести заклинание. Ничего и не забыл. Сам и скажет. Как? Как он скажет? Он не слышит и не умеет говорить. За этот месяц. Где мой сыр? Я уезжаю к сестре. Буду через неделю. И если не найду сыра, ты окажешься на улице. И чтобы никаких друзей. Все ты выдумываешь. Да нет же. Я говорю правду. Правду? Клянусь своим хвостом, все так и было. Должна нам помочь. Объясни своему брату, что
Ах, она тоже не говорит? Бертель, что здесь вообще происходит? Это Нисса. Он снимает здесь комнату у крысы. Он умеет уничтожать людей. А мы сможем увеличиться обратно? Сможем, не волнуйся. Но кажется, у Нисы какие-то проблемы. Ну, это мы выясним. А? Говорю же, проблемы. А это кто написал? Наверное, хозяйка комнаты крыса. Но она ушла. Придумала! Что? Что здесь написано? А! Это же я, Нисса! Сказать первое слово «снуре». Паук. Паук. Слушай, сестрица, а ты не пробовала книжки писать? Здорово ты все выдумываешь. Да нет же, я говорю правду. Разве что
про то, что Нисе из-за Лильян Скугина. Немного приврала. Как раз про Лильян Скугин я и поверила. Или вот еще история. Тоже про малыша. Остался малыш один в комнате. И тут к нему прилетел Карлсон. Карлсон? Какое редкое имя! Не перебивай, пожалуйста. За спиной у Карлсона маленький пропеллер. Где-то я уже слышала эту историю.